семейной жизни на все 100%. Максим, у тебя в руке сейчас будет два букета, синий и красный. Также у Тани, синий и красный букет в руках. Ребята, сейчас задаю вопросы, касаемые вашей досвадебной жизни. И если ответ на вопрос будет «он», Максим, поднять нужно синий букет. На ответ Таня, поднять красный букет. Таня, понятно? Это ответ Максим, это ответ Таня. Если ответы совпадают, зал реагирует так. Ура! А не совпадают, реагируют так. Попробуем. По вашей реакции будет понятно. Итак, ребята, первый вопрос. Максим и Таня. За то время, что вы были вместе, кто из вас больше работал? Он или она? Понимаем? Спасибо. Кто из вас обычно дольше спит? Кто дольше спит? Точку. Кто главный в вашей семье? Кто глава? Спасибо. Кто из вас больше смотрит телевизор обычно? Кто из вас чаще готовит завтрак, ребят? Спасибо. Кто из вас больше занимается шопингом? Понимаете? Кто из вас больше сидит перед компьютером? Больше, кто перед компьютером? Дольше бывает в ванной, такой вопрос. Спасибо. Кто из вас ночью чаще бывает возле открытого холодильника? Кто из вас тратит больше денег? Денег? Кто? Таня? Спасибо. Кто из вас лучше водит автомобиль? Один. Кто из вас чаще выносит мусор? Кто из вас больше болтает по телефону? И последний вопрос. Кто из вас больше любит свою вторую половинку?